Привет, мой сладкий, привет, мой хрустик резкий. Сегодня с вами снова я, Сергей Игнатия. Хочу сделать вам сегодня обзор вот на такие три раскраски для почтовых отправлений. Два набора с открытками и один вот такой вот панорамный. Очень интересный. Здесь на тему России. Он называется «Россия с любовью». Вот так вот выглядит. Очень классный набор, я считаю. Здесь такие иллюстрации интересные. Такой вот мишка с самоваром, матрешка, балалайка. Очень-очень так красиво здесь все изображено. Можно раскрасить и отправить кому-нибудь. Или же себе оставить. На обороте у нас здесь Кремль. Вот, и написано «Россия». Итак, начнем с этого набора. Здесь у нас, кажется, 12 открыток. Я могу ошибаться. Да, здесь 12 открыток на тему «Алисы в стране чудес». Вот такая вот обложка. Они очень тоненькие, кстати. Я думаю, что их лучше в конверте отправлять. Вот, они уже сделаны как почтовая карточка. И вот такие вот иллюстрации здесь представлены. Вот он, сам белый кролик, так как называется серия «Следуй за белым кроликом». Затем здесь шляпник. Такой вот грибок. Мухомор. Затем Чешир, сама Алиса, затем идет у нас здесь часы, дерево, потом зеркало такого с розами, это у нас как карта, затем фламинго, вход, одна из дверей, наверное, скорее всего, из миров Алисы. Ну и чаепитие. То, что вот такие вот красивые открытки. Второй набор идет у нас «Уютные моменты» серия. Тоже здесь вот такая вот первая карточка. Можно оставить так, можно раскрасить до конца. И вот они пошли, открытки. Вот это тонкая, а сами открытки потолще будут. Но я бы сказала, что это какие-то голландские домики, а может быть и Дания, не знаю даже. Но очень тоже красивые. Думаю, здесь фломастерами или маркерами будет вполне нормально раскрашивать, можно даже краской. Но хотя есть маркеры спиртовые, то они очень сильно пропитают обратную сторону и не будет видно, что вы там написали. Вот это очень красивое. Можно сделать в голубых оттенках. Прям вообще будет нежно-нежно. Вот так вот. Мне кажется, будет очень приятно получить человеку, которому вы сможете отправить эти открытки. Вот. Так что такие вот два набора открыточек. И одна раскраска панорама. Все товары покупала на сайте Mail Art Inspiration. Оставлю ссылки внизу. Может быть, что-то себе тоже выберете. Там было несколько еще серий, которые я себе еще не выбрала. Так что вот так вот. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.